Кому метики? Вот такие легкие. Лялька, тебе что ли? Держи. Ой, потерялась что ли? Так, а? Ой, Лялища, ты сегодня гончая собака. Лялище, ты прям сегодня погонять хочешь? Они такие мягкие, как поролоновые какие-то. Ох, ничего себе, Ляль, ты поймала? Обалдеть. Шеф, не надо лаять, не надо. Соболек, тебе надо кинуть? Соболек, надо? Давай. Оп, молодец, быстро поймал. А Ляля что в избу унесла? Какая хитренькая, да? А тебе что, подальше кинуть? Давай. Поскакуны. Тихонько, что там нашел? Соболек, все? Один твой, один мамин, да? Молодцы. С Лялюшкой. Где Лялюшка? Где у нас Лялюшка? Вот она, Лялюшка, да? На лесенке с мячиком. А, ты, Настя, толстопузика, давай. Вот, а это кто? Это Зайкин. Зайкин тоже с мячиком. А, девчонки у тебя хотят забрать мячик? Ох, хитренькие какие, вдвоем. Да скажи, я его добыл, а они забрать хотят. Ты его в дом понес спрятать? Миленький наш, а, миленький? Фиечка пытается забрать. Фиечка, не стыдно? Второй. Ну, два-то точно у тебя не получится в пасть положить. Даже у Лялюшки два мячика не входит. Вот, да, держи. Радулька, все дерю вдвоем с мячиками. И пошла деловая колбаса. Куда деваться? Все в заботах, все в делах. Че там еще нашла? О, тут мячики. Везде мячики, да? Ну, все. Малышам понравилось, и это главное. Они такие мягенькие, и в рот им мягко брать. Поздравляю вас с новой забавой. С новой забавой, наши малыши. Вот так вот. Потом еще что-нибудь купим, да? Интересненько. Дренаж интереснее грызть. Не надо, миленький, грызть дренаж. Точно не надо. Всем хорошего денечка.